В Усть-Баркузине вчера выпал первый более-менее нормальный снежок. Хотя до этого тоже падал, но стаивал. А этот лежал всю ночь. Была минусовая температура. Минус 5 градусов. Может и не растаять больше. Уже этот снежок. Поля уже облетели. Дороги скользкие. Несколько раз чуть уже не улетел. Вон свирестили наверху. Березы. Болото, на котором я пугал дней 10 тому назад уток, замерзло. Собаки гавкают, мешают мне говорить. Все зима незаметно подкрадывается на своих белых лапах. Дорога на Байкал, на Саудатское. Самый коротенький путь от моего дома Бела. Да, уже в лесу можно читать лес, как раскрытую книгу, если знать, конечно, следы зверюшек и птиц. Зайчик пробежал, набегал. Сейчас они бегают где попало, не торопят, снег маленький.